Всем привет! Печальные новости приходят к нам из США. 27 декабря, 8:55 утра, в госпитале города Лос-Анджелеса, недавно перенеся сердечный приступ, умерла Кэрри Фишер, более известная нам как принцесса, сенатор, генерал Лея Органа. Приступ с Кэрри случился на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Первую помощь актрисе оказал находившийся на борту медик. Кэрри упала в обморок и не дышала около 10 минут, после чего самолет приземлился, и ее госпитализировали. Позже выяснилось, что актриса пережила обширный инфаркт. В этом же госпитале, после продолжительной борьбы за жизнь, Кэрри Фишер в возрасте 60 лет умерла. Несомненно, с этим человеком, ставшим нам родным, уходит целая эпоха. Для всех фанатов, так же как и для родственников, это огромная утрата. Никто не сможет заменить нам нашу принцессу. Лично для меня Кэрри Фишер была одной из самых любимых актрис на свете. Ее утрата сильно уколола меня, можно сказать, чуть душу не вырвала. Ее вклад в «Звездные войны» 4, 5, 6, 7 и 8 эпизоды велик и не может быть переоценен. Теперь для меня и всего нашего состава канала, а также и для других фанатов, которые нас понимают, Новый год окончательно испорчен. Новогодняя атмосфера полностью рассеялась, огоньки гирлянд уже не такие яркие и веселые, запах мандаринов уже не тот. И новогодние ночи кажутся совсем обыкновенными. Теракты в Европе, крушение российского самолета, массовое смертельное отравление метанолом. Конец 2016 года стал поистине кровавым Рождеством. И теперь он протянул свои грязные руки и до того, что нам так дорого. Конечно, сваливать все это на календарь весьма неразумно, но 2016-й, сваливай поскорее. Никто не вечен. Вот и звезды забрали нашу принцессу. Это рано, которая впредь уже не сможет затянуться. Все мы запомнили тебя, Кэрри, как самое яркое воспоминание детства и взрослой жизни. Земля пусть будет тебе пухом, дорогая Кэрри. И да пребудет с тобой сила, принцесса. Мы всегда сможем тебя найти.